Всем привет! Сейчас уже 9 утра. Всем с добрым утром. Чё, говорить не могу. На улице минус 4. Уже пробежали с Майей 3 километра. Довольно-таки тяжело. Погода еще более-менее, кстати. Был очень сильный снег, я поэтому не снимал. Сейчас он вроде бы закончился. Сейчас с Майей отдыхаем. Вон Майя. Машин просто тьма ездит. Вон, посмотрите. Вон едет машина. Едет на нас. Причем без света вон одна едет. Вообще, как бы все равно вот ей. Едет без света и пофигу. О, летят. Вот так катается тут КамАЗа. Сейчас проехал трактор, почистил дорогу. Вот утром люди ожили, да, Майя? Вот Майя отдыхает. Сходила сейчас в туалет. Мы сейчас дальше побежим. Тяжело, тяжело, довольно-таки тяжело. Особенно утром вставать неохота, ничего так неохота делать. Еще машина едет. Вот так вот. Мы бегаем с Майей. Да, Майя? Бегаешь со мной? Вот так-то. Фу, добежали до перекрестка. Я в тот раз хотел до сюда добежать, но сил не хватило. А вот сегодня самое то. Вообще отлично. Утром бегать легче все-таки, чем днем, потому что днем ты уже поел, у тебя желудок полный, а утром ты еще не кушал, не пил воду, побежал, так вообще так налегке бежишь. Вот. Так у нас и продолжают ездить машины, всякие КамАЗы, газики. Вот. Сейчас побежим обратно. Поснимаем маленько машины, как они ездят. Какой тут у нас лес. Бегаем по объездной. Вот. Сейчас где-то тут примерно расстояние 3,5 километра, где-то так. Мы уже с Майей пробежали. И сейчас мы обратно побежим, то есть в общем будет 7 километров. Вот так вот. Майя устала уже, стоит на месте, никуда не хочет бежать. Ой. В общем, обратно у нас очень холодный ветер. Из-за этого я взял с собой балаклаву, чтобы лицо так сильно не отморозить, потому что ветер очень сильный, навстречу ты бежишь еще, и ветер вообще у тебя просто лицо становится таким красным, обветренным. Вот, я решил с собой взять балаклаву, и это мое довольно-таки хорошее решение, потому что сейчас я маленько пробежался, буквально пару шагов, и ветер уже сильно так в лицо начал дуть. Так что я бегу сейчас в балаклаве, не знаю, что люди подумают, но как-то все равно. В общем, мы побежали. Чистят обочину. Бежим дальше. Фу. Только что прибежал. Да, на голодный желудок, как я говорил, уже проще бегать. Поначалу тяжело бежать, а потом как будто второе дыхание открывается, и вообще нормально, так хорошо. Свежий воздух, природа, все такое. Фу. Ладно, сейчас пойду еще чистить снег за оградой, потому что много снега выпало. Даже видели то, что на объездной трактора там, наверное, штук 10, наверное, чистило. Подряд так шли.
чистила снег. Я тоже пойду чистить снег. Фу, ладно. И потом пойду мыться в душ. И кушать уже. Ладно. Вот приехал специалист-электрик. Делает освещение в гараж. Что вы расскажете? Расскажу, жарковато сейчас сегодня. Работаю. Жарко? Ага, минус 3. Передав... Из того, что есть, есть вот такой провод. Еще провод закрепили, чтобы крепить этот провод. Нарезали кусочки старого трехжильного провода алюминиевого. Делаю вон такие кронштейны. Чтобы не болтался. Вешаем такие светодиодные панели. Одна панель прослужит 200 лет. Да. Ни одна лампочка не перегорит. Светодиод не один. Да, светодиод. Так что ждите, их пройдет 200 лет. Посмотрим, как будет светить. Проводок закрепили. Сейчас заведем на эту панель. Все так, чтобы не разрывая цепи, зачистим сейчас этот провод. Аккуратно. Не порежься. Не передавали сегодня, еще ноль днем. Ну, наверное, будет. А уже, может, и с крыши-то капает. Я утром бегал, снег шел. Столько этих тракторов там проехало, наверное, штук 10. Ну, чистили. А? Объездное. Друг за другом? Ну. Потом еще за ними... Ну, все прошли трактора сначала, этот бульдозер прошел, ну, большой такой. Снимал? Ну, снимал. Потом 3 трактора, потом еще 3 трактора. Потом еще так просто чистили что-то там. И это, и за ним еще КамАЗ с лопатой большой прошел. Так они чистили. Чтобы мы бежали с Майей. А, они впереди вас? Да не, они по другой стороне. Я на ту сторону перебежал. Смотрю, КамАЗ летит на меня. Я быстро на другую сторону. КамАЗ чистящий. Ну, этот. С лопатой. В общем, как все сделается, покажем. О! Все, запуск прошел. Ну-ка, пробуй ворота закрыть. Давай я закрою, попробую. Давай, открой. Будет хватать или надо добавлять еще? А? Будет хватать или надо добавлять? Ну, было-то вообще темно. Сейчас хоть свет есть. Ну, так нормально. Ну да. Ты видишь, они туда светят, наверное, ближе на гараж, наверное. Ага. Закрывает, но. Больше стало? Да так же уже. Да, сверху, да, что маленько они в ту сторону, на клон. Да.
все, хватает свет. Угу. Можно добавить еще посередине полоску. Посередине было бы еще нормально. Да и так нормально. Такой вот у нас влог сегодня получился. Еще я в каждом влоге показываю, сколько у нас сейчас $1 стоит. Им смеется. Сейчас у нас доллар стоит 66.21. Поднимается у нас курс. Вот так. Ладно, кому понравилось, ставьте, конечно же, большие пальцы вверх. Подписываемся на канал, ждем новых видеороликов. Всем пока!